до нашої студії завітав член Асоціації спортивних журналістів України Віталій Синявський. Доброго ранку вам. Доброго. Будь ласка, ваш коментар щодо Олімпійських ігор. Який стан, що відбувається на сьогодні? Позаді вже, ну, якщо дозволите, буду часом русским затягивать. Спасибо. Позади 6 ігор уже. К сожалению, у сборной України пока нет медалей. Все складывается, ну, немножко не так, как мечталось украинским болельщикам. Особые надежды возлагали на женскую команду по биатлону, которая традиционно является поставщиком медалей для нашей страны. Но пока после 6 гонок лучшее место у наших биатлонисток 14-е у Виты Семеренко, и медальные надежды тают с каждым днем. Видно, что у команды есть проблемы с функциональной подготовкой. Ну, девочки плохо бегут, не очень точно стреляют. Поэтому все як наши... думаєте, чому саме ось, ну, такий саме стан, така ситуація? Да, така сама... Ну, наверное, после Олимпиады тренеры расскажут, будет анализ ситуации, почему так случилось. Сейчас очень сложно говорить, ну, потому что давайте еще будем помнить, что еще впереди половина Олимпиады, может, у кого-то откроется второе дыхание, может еще... Тобто будемо тримати кулички, вірити, що наші все-таки... Поки Україна із спригом чекає на наступні виступи наших українських спортсменів, ще можемо поговорити взагалі про світові виступи, світові змагання, про інші країни, хто зараз лідирує? На сьогоднішнє утро лідирує збірна Германії, у якої, якщо не помиляюсь, 8 золотих медалей або 9. Вот. Вони великолепно виступають в біатлоні. Санный спорт, бобслей, это вот их коронные виды. На втором месте Норвегия, у которой 14 медалей. Вот небольшая страна с населением около 4 миллионов человек, и вот такие успехи. Также в числе лидеров команды Франции, Голландии. Вот, ну, можно отметить, как бы, вот, особенность этой Олимпиады является то, что перенесены из-за погодных условий некоторые соревнования. Виной этому шквальный ветер, который просто сбивает людей с ног. Вот. И были перенесены гонки по биатлону, по горнолыжному спорту соревнования. И, ну, поэтому немножко с опаской ждем завтрашнего дня, когда выйдет на старт наш николаевский спортсмен Александр Абраменко. Тож, за Александра Абраменко, как вы думаете, какие прогнозы щодо его выступу? Сподіватися на перемогу или не сподіватися? Сложно делать какие-то прогнозы во фристайле, это такой вид, специфический вид спорта, в котором на победу могут рассчитывать, ну, человек 10-15, может даже больше. Вот. Ну, Александр Абраменко, как известно, обладатель малого хрустального глобуса. Перед Олимпийскими играми на этапе Кубка мира в США он стал бронзовым, серебряным, извините, призером, вот, что свидетельствует о том, что он находится в хорошей форме и... Ну, является, однозначно является одним из претендентов на медаль. Просто чем по дереву, чтобы все сложилось для него хорошо. И погодные умовы, чтобы звезды сошлись. Александр в своих комментариях та интервью завжди каже, что, очікуючи зимову Олимпиаду та свой выступ, он больше за все боится за погоду, щоб вода не підвела у відповідальний момент. А ось, до речі, погодних та кліматичних умов, щоразу зачитуючи в оглядах преси чужі надбання інших країн, ми зачитуємо саме норвежські імена. Чи не вважаєте ви, що це пов'язано з тим, що там і клімат більш суворіший, вони до зими більш звиклі, і, можливо, у них практика більша, ніж у наших спортсменів, у яких і база поменша? Звісно, як тільки норвежець становиться на ножки, він одновременно і становиться на лижі. Полгода снег, поэтому вполне логично, что спортсмены из скандинавских стран добиваются таких успехов в зимних видах спорта. Вот. Скоро, зовсім скоро будемо вболівати за наших спортсменів-паралімпійців. Як ви думаєте, які прогнози щодо їх виступу? Можливо, все-таки вони покажуть набагато кращий результат, ніж наші спортсмени? Однозначно, паралімпійці покажуть кращий результат. Так складывается, что у нас и дефлимпийские команды, и паралимпийские команды и в зимних, и в летних видах спорта традиционно входят в тройку, в четверку лучших по итогам всех крупных международных соревнований. И в нынешнем году на паралимпийских играх, будет участвовать николаевские спортсмены, Максим Мировой, который будет соревноваться и в лыжных гонках, и в биатлоне. Такой у нас универсал. Недавно на этапе Кубка мира Максим завоевал и серебряную, и бронзовую медали, что тоже говорит о том, что он готов к Паралимпийским играм, и мы ждем от него хорошего выступления.
Ну, такой парадокс, да, что в Николаев, южный город, у нас есть и лыжный акробат, и лыжник, и біатлоніст. Ось, до речі, щодо цього парадоксу, не дивлячись на те, що українська збірна не отримує наразі золотих срібних медалей, за те, що не отримуємо нагород, але все ж таки миколаївські спортсмени, які не мають ніякої бази підготовки, дійсно представляють збірну України. І ось у прикладі з Олександром Абраменко, на нього також більше сподівання були ще до початку зимових Олімпійських ігор. В усіх інтернет-виданнях було сказано про те, що тренер сподівається саме на перемогу Олександра. З чим це пов'язано? Чому в Ніколаєві так розвиті зимні види спорту? Ну, фристайл. Тобто, наші спортсмени борються, навіть якщо немає умов. Да. Ну, фристайл, как бы, Ніколаїв був центром фристайла Советского Союза в конце 80-х годов. И центр фристайла Украины. У нас лучше был трамплин еще в Советском Союзе, лучший трамплин в Украине. Но сейчас, конечно, он немножко в плохом состоянии. Но это тема отдельного разговора, что сейчас у нас происходит с фристайлом. И у николаевского фристайла богатейшие традиции. Начиная с 1992 года, была только одна зимняя олимпиада, на которой не был представлен николаевский спортсмен. Это было в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. У нас были пятые места у Аллы Цупер, у Натальи Шерстневой. Было шестое место у Александра Абраменко, кстати, на предыдущей олимпиаде в Сочи. Были четвертые места у спортсменов из Ровно. То есть, как бы вот рядом с пьедесталом, но вот, может быть, в этом году, завтра, послезавтра нам повезет, и наконец-то у нас будет медаль. Мы верим в это, надеемся. Завтра в 13:00 квалификация. Завтра в 13:00 квалификация по киевскому времени. Послезавтра финал. Дай Бог, Александр туда попадет. Тож віримо, тримаємо кулички також разом з усією Україною, разом з миколаївцями. Не забуваємо, що переглядаємо трансляцію, пряму трансляцію зимових Олімпійських ігор на каналі UA Перший. Підтримуємо миколаївського спортсмена. А від нашого ранкового гостя хочеться почути слова підтримки. Сьогодні впродовж ефіру ми показуємо слова підтримки від миколаївців для Олександра Абраменка. Хочеться від вас також їх почути. Можливо, Олександр подивиться перед цим і дійсно надихнеться тим, як за нього вболіває його рідне місто. Да, конечно. Я желаю Александру завтра в первую очередь удачи. Желаю ему хорошей погоды. Желаю, чтобы все сложилось. Я думаю, что весь Николаев будет смотреть, привнет к экранам телевизоров и будет болеть за Сашу. И у него будет, он почувствует за эти тысячи километров нашу поддержку. Я думаю, что все будет у него хорошо. Саша, мы с тобой. Так, Олександр підтримує абсолютно усе місто вас для того, щоб ви дійсно здобули цю довгоочікувану перемогу. Ми сподіваємось на перемогу нашого миколаївського спортсмена. Дякуємо нашому ранковому гостю за те, що сьогодні завітали до нашої студії.